друзья, ну что, уеду дальше на монтажку, там на рынке покупаю диски. Сейчас покупаю диски черного цвета, вертушки, НЦ 15 размера. Решил не пойти по оптимальному пути, не вкладывать деньги большие. Диски за 6500 в магазине «Колеса даром», и 4 точки они дороже. В интернете там еще где-то на 400 рублей они дороже. На рынке у нас вот такие цены, и шиномонтаж штукарек будет стоить. Так что цена вполне приемлемая. Обойдемся, как говорится, малой кровью. Ну и видок изменим, конечно. Как я хотел, черненькие диски матовые поставим. Потом посмотрим, какой вид у автомобиля получился. Голову ломал, какие поставить, графит или черные. Но потом все-таки решил черные ставить, потому что серых графитовых элементов в машине нету, а есть черные матовые элементы. Это решетка радиатора, брызговики, резина, стойки дверные, тоже черного цвета, матового. Все окантовки. Пластик вообще просто, он имеет черный матовый цвет, поэтому цвет автомобиля будет и черный матовый. Два цвета в автомобиле будет присутствовать, будет строго и стильно, я думаю. Смотрим, комментируем. Вот на шиномонтажке сейчас меняем диски, ставим черные матовые НЦ, 7-я ширина, вылет 30-30, посмотрим, на родной резине буду ставить, чуть-чуть она микродомиком, но посмотрим, как будет. Ну что, друзья, вот так стал выглядеть автомобиль. Черненькие диски, такой стиль. Сейчас еще спереди будем сделаем антихром. И будет у нас все в стиле. Диски 15-е, НЦ. Вот так вот они выглядят. Диски пока грязные, размер дисков 15, 7 ширина. Тридцатый вылет. Вылет почти вот так вот выглядит, вылет. Сейчас они пока грязные, просто
вмыли еще колеса, поэтому не особо так смотрится. Но, в принципе, видок виден. Вообще принято, что диски делают вид автомобиля на 50%. Задают стиль, тюнинг. Конечно, можно было бы поставить, конечно, 16-е, 17-е. Смотрелось бы намного эффективнее, но я выбрал практичность. Потому что с практической точки зрения и комфорта, я думаю, 15 размер для Гранта – это оптимальный уровень. Соответственно, и по цене, и комфорт, цена. Короче, цена, качество, комфорт, все вместе. Я вот взвесил, пришел к мнению, что вот такое вот. Потрачу такое количество денег, а родные колеса у меня уйдут на зиму. Родные диски. Со временем могу поменять зиму на лето, лето на зиму. Может, все зависит от финансовой составляющей, какие деньги. Могу еще и другие диски какие-нибудь попробовать. Но пока я подумал, и которые диски выбирал, все, которые серебристые, блестящие, никакие мне никакие не вставляли. А из черных тоже все разные. Вот единственные диски, которые понравились, которые задают... Короче, классика. Спицами, вертушки. Офигенные диски. Все, друзья, подписываемся, ставим лайки. Комментируем. Всем удачи.